прошли мы контроль. Все оказалось легко. Да? Ты довольна? Нам скоро туда, на полет, на Вроцлав. Мы уже на один шаг ближе к Исландии. Мы уже идем на посадку. Да, давай хоть идти с ним. Наряжен. Наряжен, он там самолет или... Видим Исландию и Европу. Ну, пока в Польшу. А, ну да. Это первый шаг в Исландию. Да. А вот это Польша, я думаю. Не очень, да? Везде получше. Блин, ну какой он красавец. Скоро мы будем в нем. О, гагаж твой едет, смотри. А вон красный рюкзачок сверху. Видишь? Как тебе во Вроцлаве? Мне нравится. Starbucks есть, да? Самое главное. А вот мы на фоне какой-то церкви. Похоже на церковь просто. Львов отдыхает? Да, фонтанчики необычные. Да, классно. На вершине Вроцлава. Сейчас за нами вертолет прилетит, и мы полетим в Исландию. Утро во Вроцлаве. Вид из окна. Вместе с собачкой. Все, мы отправляемся в Исландию. Вот мы прошли очередной контроль и отправляемся в Исландию. Через 4 часа мы будем в дождях. Нет, сегодня нет дождя. Сегодня есть дождь. Там не было. Ну? Будет хорошо, если не будет дождя. Опять прошли вручной багаж. Да? Как тебе полет? Опа, сразу ты появилась в кадре. Через 2 часа мы будем в Исландии. Нам сказали, что мы автостопом никуда не доедем. Мы будем исправлять это мнение. В
тому що у нас без виходу ми 19 днів будемо страдати. Холодно в первый день в Кефлавике? Ну уже когда привыкаешь к ветру. Но вот когда пойдет дождь, то там аху. Знаменитая церковь. А как называется церковь? Ага. Ну, приблизительно так, да. Рейкьявик, вик, вик, Рейкьявик. Вик, 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 Рейкьявик. Ты как свинья, вик, вик. Вик, вик. Мы идем в кемпинг. А нас уже дождик встретил. Уже домой хочется. Всего лишь первый день, а уже домой хочется. Это такой движ. Турист. Тут, конечно, очень круто. Мы тут уже подзатарились. Да. Сейчас сниму кемпинг во всей красе. Бутылочка вам показала, спасибо. Вообще, тут все оставляют. Можно, блин, вообще с пустыми руками приехать, собрать себе ботинки, рюкзак, курточку, палатку, спальник. Блин, посмотри, сколько палаток, это просто жесть. Ну, все собираются. В общем, сейчас покажем вам туалетик. Покажем? Покажем. Это я уже на польском просто начинаю разговаривать. Тут столько языков, что теряться начинаешь, на каком разговаривать. То ли на английском, то ли на русском, то ли на польском. Ага, говорили, в Исландии нету мошкары комаров. Вон, я вижу, рой целый на солнце летает. Ага, да. Так, вот сейчас будет этот уборная, душ. Тут прикольно. Да, сейчас посмотрим, там на полочке. Все цивильно просто. Тут моющие, даже посуду нужно помыть. Ага, да. Такие туалеты. Вот полка, где оставляют еду. Так, а я покажу туалет с душем. Душ. Все, будем покидать мы Рейкьявик кемпсайт. Сейчас покажу еще внутри, в основной кухне, как обстоят дела. Тут, конечно, очень цивильно. Есть где посидеть под навесом. Здесь кухня. Можно приготовить себе на плите, в микроволновке разогреть. Тут вообще все условия. Здесь люди оставляют еду. Мы тут подзатарились немного. Тут очень круто. Сидят люди. Пришли в Рейкьявик кемпсайт. Колбаска. Вот два газовых баллона, еда. Такую еще мы еще не ели. Арахисовая паста. Вообще жесть. Вот эти батончики, ну, просто нереально вкусные, энергетические. Колбасы еще не бывает. Да. В общем, с едой проблем нет в Исландии. Люди тут оставляют все, что хочешь. Поэтому...
какая это плита? Североамериканская и евразийская. И какая-то, короче. Национальный парк Тингвелир. Ты находишься между плитами. Помаши лицом. Глубина 50 метров, кристально чистая вода из недр земли. Температура 2 градуса по Цельсию. Очень красивая тема. Да, Настенька? Попить хочешь ее? Нет? С другой стороны то же самое. Чуть телефон не улетел. Воду. И видно на дне монетки. А глубина очень большая. Блин, такие четкие места, ё-моё. Исландия, 'Водопады Гжан'. Супер крутое место, в котором мы ночевали. Поднялись долины эльфов и троллей. Ты шо, вообще супер поляна. Все, покидаем это место навсегда. Пока нет дождя, надо бежать.